Компания Lenovo представила новую флагманскую модель от бренда Motorola под названием Moto Z2 Force. Она заключена в прочный корпус и может похвастаться ударопрочным стеклом, которое защищает 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей. Работает аппарат на очень мощном Snapdragon 835, а вот батарейка у него вызывает у меня опасения, всего 2730 мАч. Стоимость новинки будет составлять от $800. И, разумеется, присутствует поддержка фирменных сменных модулей MotoMod с камерой, с дополнительным аккумулятором, с игровым контроллером и другими ништяками. LG начала продажи своего смартфона LG Q8, который является немного уменьшенной и упрощенной версией прошлогоднего LG V20. Новинка может похвастаться металлическим корпусом и защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Помимо основного 5,2-дюймового дисплея, присутствует вспомогательный дисплей, расположенный над основным, примерно как у HTC U Ultra из недавнего обзора. Стоить новинка будет около 600 евро, и, на мой взгляд, это дороговато за такой телефон, который, в общем-то, флагманскими характеристиками похвастаться не может. Xiaomi представила недорогой смартфон Mi 5X. За $222 пользователь получит от него металлический корпус различных цветов, 5,5-дюймовый дисплей со стеклом 2,5D, двойную камеру с модулями по 12 мегапикселей и достаточно шустрый для своего сегмента 8-ядерный Snapdragon 625 при поддержке 4 ГБ оперативной памяти. В целом, за такую цену набор вполне приличный, так что тем, кто любит недорогие китайские смартфоны, стоит присмотреться к новинке повнимательнее. А компания Huawei представила свой новый бюджетный смартфон Enjoy 7. И, в общем-то, сама по себе эта новость не так уж интересна, если бы не тот факт, что помимо стандартных версий в Китае было выпущено специальное издание, разработанное совместно с компанией KFC. Смартфон украшен портретом полковника Сандерса, который, кстати, не настоящий полковник, и имеет на борту специальное приложение, которое может управлять фоновой музыкой в ресторанах KFC. Я бы в дополнение к смартфону с курицей выпустил еще бы смарт-часы с арбузами, но боюсь, что такую тонкую шутку не все оценили бы. Ну а на сегодня все, спасибо, что остаетесь с нами, до новых встреч и всем пока. А я тем временем усиленными темпами пилю обзор на новый Asus N580, обзор на который будет на этой неделе. А вот с андервольтингом я опять не успел на этой неделе сделать видео, ну то есть про понижение вольтажа для того, чтобы меньше грелся ноутбук. Про это делал видео, надеюсь, все-таки на следующей неделе приступлю, и вот на следующей же неделе оно и выйдет. Ну и, кстати, возвращаясь к новости про полковника Сандерса и их брендованный телефон, вы бы, кстати, купили себе телефон с брендом, ну не знаю, KFC, Burger King, McDonald's, там, что угодно? Я бы, наверное, если и купил, то только вот от тех красно-черных парней, у которых PH, скажем так, называется бренд. Ну, у нас канал такой детский, поэтому не буду полностью называть это название, но кто знает, тот поймет. Да-да, те самые, к которым сейчас зайти можно только через учетную запись ВКонтакта.